Добрый день, дорогие друзья, с вами Некрос, и это новое видео по Mortal Kombat XL. Играем против игроков, и сейчас я буду играть за Джейсона Вурхиза в стиле беспощадный. Против меня играет Рейден. Арена «Мертвый лес». Поехали. В принципе, оба персонажа хорошо владеют ближним боем, поэтому будет, мне кажется, минимум зонинга и максимум агрессивной игры. Поехали. Ага. Хорошо. Смотрим на... Wake up. И... Цепляем. Пам-пам-пам. Зацепили. Хорошо. Коленка оверхед. Коленка оверхед. Коленка и в блок. Хорошо. А он тоже телепорт сделал. Ответ. Не ответ. Не ответ. Хорошо. Хотел броню сделать. Вот сейчас сделаю. Хорошо. Этого хватит. Нет, не хватит. Ой-ой-ой, вот этот рандомный телепорт уничтожил, по сути, шанс победить в первом раунде. Хорошо. О-о-о, вот это вот, конечно... Зря. Ага, не-не-не-не-не, тихо-тихо-тихо. Медленно-медленно. Зря, да? Это блок. А, он знает. Понял. Все понял. Хорошо. И оверхед. Хорошо, отлично. Ну, как я и говорил, ближнего боя было много. Хорошо. Новый персонаж давайте. Так, это будет... Ну, понятное дело, что Рейден. Мы поиграем за Джакса в стиле подкачка. Let's go. Так, сейчас сразу с коленки попробуем, да? Ага, не попала коленка, хорошо. Бам. Красиво. А, оверхеды пошли. Миксап. Пам-пам, а, пам-пам не получилось, да? 1-1, 1-1, а потом 1-1 и захват. Опа, обманул, смотри-ка. Wake up. Ой-ой-ой, вот это он попался, конечно. Бам, бам. Был в блоке стоял, получил в итоге. 1-1, 1-1, 1-1. Воу! Вот это, конечно, да. Но это Джакс. Угловые комбо которого могут уничтожить. Могут уничтожить. Противник тоже решил выбрать нового персонажа. И это хорошо, это отлично, это интересно. Кто это будет? Эрмак. Мне кажется, это довольно серьезно. Хорошо, Кун Лао в стиле бензопила. В прошлый раз был стиль буря, в этот раз будет стиль бензопила. В этом стиле Кун Лао может кидать шапку по ногам. При этом
усиленная шапка может быть удержана. То есть кнопку мы зажимаем, и шапка может поползти по земле, ну, с задержкой, скажем так. Ага. Интересно. Вот, вот, видите, как оно? В смысле? Пам-пам. Ага, зонинг. Ой, еще и на захват. Ничего себе, вот это... Пам-пам. Тихо. Хорошо, хорошо. Кстати, можно попробовать бруталити сделать с помощью захвата, опять же. А, попался. Теперь я попался, да? Оп! Хороший вейкап, это правильно. Вот это плохо. Вейкап и... Можно два уорхеда попробовать сделать. Два уорхеда низ. Или один уорхед низ. А, эти не попасть. Он быстрее, он быстрее. Хорош! А вот это наказание за прыжок. Это отлично, да. О, опасно. Опасно. Миксапит. Неплохо, очень неплохо. Так, ну, Эрмак посильнее, кстати, чем Рейден, мне кажется, у него. Так что лучше бы он за Эрмака, мне кажется, играл. Так. Эрон Блэк. Это интересно. Давайте-ка... А... Ну-ка, как? О, киберсап. Эрон Блэк, это какой? Это стиль преступник, да? С мечом. С таркатанским клинком. Поехали, сейчас единичка. Опа! Не все получилось, как я хотел. О, хорошо. Но это вот опять же вот угловой такой прессинг. Быстро заморозка. Ой, даже он даже не успел. Хорошо, ответ. Ответ. Оверхед. Еще ответ. Еще оверхед. О. Все. Надо бруталити сделать. Бамс. Так.
Это хорошо. Снова новый боец. Чем же удивит противник? Поиграем за Тремора. В каком стиле? В металлическом? Давайте в металлическом стиле. А, это снова Рейден, да? Это снова Рейден. Хорошо. Опа, броня. Пам-пам-пам. Да, попробуй заблокируй. Бам. Бам. Агрессивная, конечно, очень. Очень агрессивная. Не-не-не-не-не. А, не достал немножко. О-о-о, Warhead. Еще один. А, я не успеваю, да? Вот это зря. Вот это очень зря. Это бруталити, друзья. Дело в том, что телепорты противник делает довольно предсказуемые, поэтому и получает сильное наказание. К тому же, да, вот, Эрмак, это да. Вот лучше, конечно, пусть будет Эрмак, мне кажется, это интереснее. Хотя Рейден тоже может быть довольно мощным. У Рейдена очень сильный угловой прессинг. Там, если не угадал, то урона получаешь очень много. Так. Сейчас мы замиксапим. Бам-бам-бам. Бам. Бам. Ага, неправильно. Тихо. О, как я так попал-то, интересно. Но это особенность удара. Саб-Зира, кстати, по-моему. Вот сейчас опасно. Ответ? Ага, ответ. О! Пам-пам-пам. Не даем упасть. Бам! Бам! А-а-а, хорош. Все, попался на комбо, это все. Ой, это бруталка. Это бруталити. Как видите, Саб-Зира тоже может быть очень агрессивным персонажем. А не только Скорпион, да? Ну что ж, дорогие друзья, на этом, пожалуй, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки. Всем пока.